Сперва я должен радоваться чему-то, мне должно понравиться, а потом я уже могу тебя обрадовать и тебе дать эмоцию того, что тебе это понравилось. Если я пою, я, простите меня, я для себя пою в первую очередь, потом для вас. Слова гоп-стоп. Каждый раз, когда ты поешь одну и ту же песню, у меня есть такая тема. Надо менять пару нот. Да, сначала. Одно, чтобы вот это поколение понимало, что вот, а, это старая же, а смотри, как круто звучит. Все мои песни, которые будут услышаны вами, я хочу, чтобы вы понимали, что это все очи. С первой ноты до последней. И фантазия, и эмоция, и импровизация. Куда без этого. Здравствуйте, меня зовут Ачи, я из Тбилиси. Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Летел над кулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Киргизы стояли по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где бы живет ты небо, умчи меня туда, лесной олень. Говорят, чудес на свете нет, и дождям из медоленья след. Только знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка оживет. Вернись здесь, твой олень, по моему хотению. Учи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвут. Небо живет ты небо, учи меня с собой. Я спросил у ясеня, где ж моя любимая, где сосны рвутся в небо, где бы живет ты небо, учи меня туда, лесной олень, учи меня туда, лесной олень. Дорогие друзья, вот я смотрел из-за кулис на это выступление и подумал, что если снимать видеоклип на эту песню, то там должно быть две составляющих. Лицо Ачи Крупно, исполняющего эту песню, и лица наших членов жюри, тоже Крупно. И, в принципе, клип уже получится. Ваше мнение? Это было очень интересно, но мне бы хотелось послушать вторую, где бы ты немножечко, чуть-чуть побольше раскрыл голоса, чуть-чуть побольше его. Он немножко зажатый голос был. Да, если бы ты чуть-чуть его вот во второй споешь, если раскроешь, будет мне интересно. Ветер вдаль меня зовет, в одиночество дорог, обещаний и тревог. Свет в моих глазах молчит, холод просится в окно, и словами не молчит. Yeah.
как эта белая река. Я спросил. Ачи Пурцеладзе, что скажете вы, уважаемые члены жюри? На мой взгляд, сейчас рождается новая звезда. Александр Яковлевич. Я вам говорю, да, мне понравилось. Спасибо, спасибо. Хорошее решение вот с «Белой рекой», потому что это прозвучало очень так правильно. Спасибо. А где тут кнопка-то? Да, спасибо. Да, от Валерия Леонтьева. Хорошо, ждем остальных вердиктов. Шикарный вокал, совершенно. Я тебя слушал, Ачи, с удовольствием и с радостью в душе. У меня вибрации были конкретно радости. Ты несешь вот эту эмоцию позитива. Позитив, такого. Позитив, да. Да, позитивную эмоцию несешь. И как бы, когда лирика, все равно я заряжен уже на то, чтобы воспринимать тебя как такого веселого парня. Понимаешь, вот как бы. Поэтому... Можно уже и не петь даже. Да, и очень здорово выглядишь. Мне нравится. Огромное спасибо да, вам. Да. Спасибо. Спасибо. Диана. А вы сможете потом, когда мы... Ну, конечно же, я говорю «да», а потом вот «Белесо». «Белесо, здесь таварде без харео, ущено, сицоцхлец армидан, садари». Да, 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 и тут же «Олджеро», «Олджеро», тут же. «Слагана халива разифаразис, садари щена». Да. Расцветай под солнцем, Грузия моя. Ну и так далее. Все. Да. Спасибо, спасибо. Я еще раз увидел, что Тбилиси находится в Джорджии. Огромное спасибо. Ачи, вы в четвертьфинале. Спасибо всем. Дамы и господа, и, конечно же, спешу напомнить, что все самые актуальные видео нового сезона проекта «Главная сцена» всегда доступны на официальном сайте телеканала «Россия» – «Раша ТВ». Оставайтесь с нами всегда. Слушай, ну как тебе выступление Папина? Очень сильно понравилось. Даже лучше на 100 тысяч раз, нет, на миллиард тысяч раз, чем хуже на миллиард тысяч раз. Все, вот здесь я чувствую, что если с тобой завести разговор, то мы его не закончим до завтрашнего дня. Мы с тобой отдельно потом поговорим. Спасибо всем, друзья, спасибо. Значит, мой счастливый платок помог. Да, да, у меня счастливый платок. Да. Опа, вот счастливый платок, который мне помогает. Да, это его платок. Вот так.